Ну что, коллеги, если все готовы, тогда будем начинать. Добрый день, уважаемые коллеги-журналисты, руководители и представители дипломатических учреждений в Беларуси. Сегодня мы традиционно на наш брифинг пригласили всех представителей СМИ по открытому списку. Учитывая формат брифинга, сочли также возможным направить приглашение во все дипломатические представительства. Поэтому спасибо тем, кто из вас проявил интерес и нашел возможность, несмотря на эпидемиологические и логистические сложности, сегодня присутствовать с нами. По тому списку, который я вижу сейчас, нас порядка 50 человек. Вот, для тех, кто не смог прибыть, мы выходим онлайн, так что, собственно, получить информацию будет возможностью у всех. Вы обратили внимание на не совсем заурядный характер сегодняшнего брифинга. Я поясню. Несмотря на то, что ряд тем кажется внутриполитическими сегодня, но, как это ни прискорбно, они прямым образом влияют на принятие нашими партнерами межгосударственных решений в отношении нашей страны. К сожалению, эти решения в ряде случаев базируются на откровенной неправде, либо на откровенно лживой информации. Поэтому мы, Министерство иностранных дел, попросили наших коллег еще раз максимально подробно, откровенно и компетентно все прояснить. Поэтому главным спикером брифинга сегодня буду не я. Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь. Формат работы будет следующий. Каждый спикер кратко расскажет о новых обстоятельствах в рамках своих компетенций по темам, которые были обозначены нами по темам брифинга. Затем начнем сессию ответов на вопросы. Каждому из спикеров можно будет вопросы спокойно задать. Начнем, к сожалению, с ситуации с рейсом Ryanair, о котором уже было много сказано, но тем не менее продолжаются различные инсинуации. И, насколько я понимаю, есть определенные новые обстоятельства. Поэтому, Артем Игоревич, прошу вам слово. Добрый день. Я попрошу техническую группу включить карту с переговорами диспетчера и пилота. Как уже известно, 23 мая, 21 час, 3 минуты минского времени, Республика Беларусь первое сделано официальное заявление в ИКАО о необходимости проведения международного расследования с целью исключения политизации авиационной безопасности, а также в связи с волной фейковых новостей, которые очень быстро заполонили умы даже авиационных специалистов. 24 мая мы совместно с командующим ВВС и ПВО провели открытый брифинг, на который с посекундной точностью воспроизвели события, произошедшие в белорусском небе. Ни одна другая сторона на подобную открытость не пошла. 28 мая мы выступили в Совете ИКАО, где подробно довели все обстоятельства случившегося и повторно пригласили всех заинтересованных принять участие в международном расследовании. Вместе с тем, неподдельное удивление вызвала реакция стран Европы и Северной Америки, членов Совета ИКАО, которые большинство голосов убрали из резолюции Совета инициативу Беларуси о проведении транспарентного расследования и привлечении к ответственности виновных сторон. Только 4 июня генеральный секретарь ИКАО уведомил нас о создании комиссии. Удивительно, но до нас не довели ни состав комиссии, ни компетентность, некомпетенция данной комиссии. О визите членов комиссии в Беларусь в настоящее время речь не идет. Нас просто попросили выслать материалы, которые, кстати, частично уже были направлены в ИКАО 24 мая. Наверное, это новая нормальность. Ведь не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие. Полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость главных врагов безопасности. И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Европейскими структурами и Украиной в нарушении статьи 11 Чикагской конвенции по дискриминационному принципу в отношении белорусских авиакомпаний введены ограничения на использование воздушного пространства и аэродромов Европейского Союза. Отмечу, что без решения Совета ИКАО, что предусмотрено статьей 87 конвенции,
Нарушен сам процедурный порядок введения ограничений, описанных в статьях 84-87 Конвенции. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, походу, кроме Беларуси, никому не нужны. И вообще, о каком праве можно говорить, если нам, своих граждан с Европы, не давали забрать? Летали по нейтральным водам, разрабатывали целые операции, прорывались буквально за своими гражданами. Хотел бы отметить, что продолжается работа межведомственной комиссии, которая без наличия данных переговоров с борта воздушного судна не может закончить свое расследование. С просьбой предоставить данные объективного контроля мы 1 июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию, страну эксплуатанта воздушного судна. Ответа мы до сих пор не получили. Без данных о переговорах комиссии не ясно многие обстоятельства произошедшего. Например, почему воздушное судно до самой границы шло на крейсерской высоте и скорости? Почему было принято решение все же следовать в Минск? И многое другое. Вообще, во всей этой ситуации обращает на себя внимание поведение наших европейских коллег. Когда нет фактов, доказательств и железных аргументов, в дело идут неприкрытые фейки. Так, например, четко понимая, что требования авиационной безопасности исполнены нами до последней запятой, и никакого принуждения к посадке не было, тем более под угрозой боевой авиации, то сразу появилась новая извращенная фантазия, что посадка осуществлена под вымышленной угрозой. Я, как руководитель авиационной отрасли, чрезвычайно сложный и ответственный, где цена ошибки имеет катастрофические последствия, с полной ответственностью заявляю, что угрозы были профессионально идентифицированы в соответствии с руководством по авиационной безопасности ИКАО, а также основополагающим принципом авиационной безопасности относиться к анонимной угрозе как к реальной угрозе жизни и здоровью людей, а также безопасности полетов. Мы сегодня хотели бы ознакомить вас с переговорами нашего руководителя полета с Вильнюсом, чтобы развенчать еще один фейк, что экипажу не дали связаться с Вильнюсом. Я попрошу поставить записи. Вильнюс? Добрый день, Вильнюс. Добрый. У нас летит Ryanair на Вильнюс, Афин. Да. Он просит частоту представителя, наверное, Ryanair. У вас есть такая там в Вильнюсе, чтобы с ним поговорить? Так, ну надо башни наши спрашивать, как бы, то есть компани, они хотят, представители имеете в виду в Вильнюсе, Ryanair какого-то, ну да? Да, ближайший, чтобы он смог связаться с ними. Сейчас я попробую что-то узнать, подскажу. Перезвоню вам сейчас. А, буду ждать, спасибо. Добрый день, там Ryanair, да, спрашивал частоту. Да, чтобы... да. Ну, мы имеем такую частоту 131.750, это Литкаргус, как бы наша служба наземная. Скорее всего, она будет обеспечивать, что им надо, Ryanair. Ну, тут, да, он как бы просил просто. Тут, значит, как бы вопрос, была получена информация, что, возможно, у них на борту бомба, и они хотят проконсультироваться со своей компанией, что делать, либо отклоняться в Минск, мы рекомендуем приземлиться. Mm-hmm. Вот, поэтому он попросил частоту такую. То есть это не по инженерным вопросам там, а именно по принятию решения. То есть с компанией как-то связаться? Да, да, да. Ну, такую частоту как бы нет у нас, тогда надо... Ну, я могу... узнать какой номер какой-нибудь, но как бы с самолетом связаться, не уверен, что есть вообще такая возможность, как бы. Они как бы должны сами знать, я так думаю, что как связаться там, с Рейшем. Я понял. Хорошо, а как 131-700, это какая частота кого? Это Литкаргус, ну это как бы наш граунд-сервис. Граунд-сервис, я понял. Да, ну, хорошо. Скорее всего, тогда не поможет. Ну да, да. Вопрос. Ну и все равно, подскажите. Если я что узнаю, то есть они хотят... Сейчас, минуточку. Хорошо, 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 хорошо. Спасибо, если что, вызовем сейчас дополнительно. Ага, спасибо. На основании этих результатов переговоров в 9 часов
42 минуты 48 секунд UTC. Данная информация была доведена до экипажа. Хочу обратить ваше внимание, что 12 июня самолет российской компании, находясь в воздушном пространстве Беларуси, получил информацию из аэропорта вылета город Москва о возможном акте незаконного вмешательства. Командиром воздушного судна принято решение о возврате в аэропорт вылета, для чего борт выполнил разворот буквально возле Минска. Служба гражданской авиации и, как мне известно, государственной авиации действовали строго по предписанным протоколам безопасности. Благодарю вас за внимание и готов ответить на любые ваши вопросы. Игорь Владимирович, какие-то новые обстоятельства? Прошу. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Министерство обороны в лице командования военно-воздушных сил и войск противоположной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь уже неоднократно представляли в различных средствах массовой информации ту сложившуюся обстановку по данным материала объективного контроля, которая существовала в небе именно 23 мая 2021 года. Неоднократно было доказано, показано всем, кто желает объективно разобраться, еще раз повторяю, объективно разобраться в этой ситуации, то, что перехват, принуждение к посадке, сопровождение истребительным перехватчиком МиГ-29 Вооруженных сил Республики Беларусь иностранного гражданского воздушного судна в небе Республики Беларусь не было. Повторяю, не было. По имеющимся у нас достоверным источникам, а этот факт также признали в своих закрытых источниках информации и мои коллеги по профессии в странах НАТО, граничных с Республикой Беларусь, этого перехвата не было. Это признали, еще раз повторяю, мои коллеги по профессии на сопредельной территории. Хотя, опять же, сейчас в различных средствах массовой информации опять различные политики муссируют слово «перехват», «принуждение к посадке» и «воздушный терроризм». Сегодня мне представится возможность еще раз предоставить вам, уважаемые дамы и господа, всю объективную картину произошедшего в небе Белоруссии с участием нашего военного самолета, опять же, по данным средствам объективного контроля, которые сняты с мониторов автоматизированных средств управления, стоящих на вооружении военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Перед демонстрацией вам этих скриншотов, вот уже первый появился на экране, я хочу сказать несколько терминов, для того, чтобы было более понятно, что такое все-таки перехват и сопровождение, которое, опять же, постоянно употребляют некоторые политики в своих выступлениях. Итак, перехватом воздушного судна определяется ситуация в воздухе, когда военный самолет-перехватчик в ходе своего полета выходит в ту же точку воздушного пространства, в которой на данный момент находится перехватываемое воздушное судно. То есть в ту же точку воздушного пространства. Я несколько раз в средствах массовой информации на моделях самолетов показывал, что такое перехват. И самолет-перехватчик, установленный документами ИКАО, системой маневру своего самолета, международного радиообмена, знаков подает командиру воздушного судна перехватываемого самолета команды для обязательного и неукоснительного исполнения. Простым языком должен настоять полный визуальный контакт с командиром воздушного судна. Теперь о слове сопровождения, которое также проскакивает у отдельных политиков. Сопровождение – это когда перехватчик выполняет полет параллельно перехватываемому воздушному судну на таких интервалах и дистанциях от него, которые позволяют командиру воздушного судна, самолета, которого перехватили, которые не позволяют командиру воздушного судна, который перехватили, самостоятельно по своему усмотрению изменять курс и высоту полета. То есть, опять же, полет выполняется в полном визуальном контакте. Теперь непосредственно к перехвату и материалам объективного контроля, которые, опять же, говорят, перехват. Скриншот номер один. 12 часов 30 минут 25 секунд. Время московское, оно же белорусское. Боинг 737, следующий по маршруту Афины и Вильнюс, пересек южную часть государственной границы Республики Беларусь. Здесь в воздухе находится вертолет, который выполняет задачу по охране государственной границы. В некоторых средствах массовой информации тоже прошла, так скажем, ремарка о том, что вертолет в это время находился в воздухе, и вертолет смог принудить
и развернуть Боинг 737. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на параметры полета этого вертолета. Высота 700, скорость 190 км в час. Боинг идет на высоте 11800 и скорости 828 км в час. Между ними практически 11 тысяч метров эшелон. Скриншот номер 2. Пожалуйста. Это скриншот. Показывает обстановку на 12 часов 47 минут 5 секунд, когда командир воздушного судна Boeing 737 начал выполнять правый разворот вглубь территории Республики Беларусь. Еще раз обращаю внимание, до воздушного пространства Литвы, вы это все видите на экране, остается порядка 2-2,5 минут полета. 2-2,5 минут полета. Но командир воздушного судна уже начал разворот. Истребителя МиГ-29 рядом нет. Его никто не принуждает боевым средством выполнять разворот. Пожалуйста, скриншот номер 4. 13 часов 6 минут 45 секунд. Радиолокационными средствами военно-воздушных сил Воздушной обороны взят на сопровождение истребитель МиГ-29, взлетевший с аэродрома Барановичи в 13 часов 4 минуты, как я докладывал раньше. Я прошу обратить внимание, между самолетами Boeing 737, показано на экране расстояние, и истребителем МиГ-29 130 километров. Дистанция между самолетами 130 километров. Опять же говорю, перехват — это визуальный выход в точку, там где находится воздушное судно. И, пожалуйста, скриншот номер 6. Здесь показано. Самолет Boeing 737 находится на предпосадочном планировании, на глиссаде, на высоте 300 метров, подходит к аэропорту Минск-2. Самолет МиГ-29 находится в зоне дежурства над населенным пунктом Мачулище. Расстояние между воздушными судами, как вы видите, 55 километров. То есть, как я и докладывал вам ранее, ближе 50 километров МиГ-29 не подходил Боингу 737. Приведенные вам данные объективного контроля еще раз убедительно подтверждают то, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки Боинг 77 авиакомпании Ryanair белорусским самолетом не было. Но внимательно изучив траекторию полета Боинг 737 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Республики Беларусь, инструкции по производству полетов, схема закода на посадку в аэропорту Вильнюс, непонятное длительное молчание в радиоэфире командира воздушного судна Boeing 737 порядка 12-14 минут во время прямолинейного полета в воздушном пространстве Республики Беларусь от южного участка государственной границы до начала разворота. Поведение командира воздушного судна после посадки в аэропорту Вильнюс и молчание в средствах массовой информации до сих пор, мы так и не услышали командира воздушного судна, его комментарии. Но после 23 мая до сегодняшнего числа, сегодня 14 июня, мы так и не услышали его комментарии. Кроме одного заявления представителю полиции в Вильнюсе, и то потом его убрали. И когда представитель полиции после посадки сказал, что принуждения не было. Но больше эти комментарии убраны со всех средств массовой информации, со всех источников. Так теперь у меня, как у военного специалиста, есть ряд вопросов командиру воздушного судна. И если получится через вас, может быть, мы в средствах массовой информации услышим его ответы. Итак, я попрошу скриншот номер 2, пожалуйста, еще раз высветите. Это именно разворот, принятие решения на выполнение разворота в воздушном пространстве Республики Беларусь. Итак, вопрос первый. Почему командир воздушного судна Boeing 737 на установленном соответствующем инструкции по производству полетов аэропорта Вильнюс-Рубежа, а это дальность 40-30 километров до населенного пункта Вильнюс, отставить Лида, 40-30 километров до населенного пункта Лида, не начал производить снижение самолета до входа в зону ожидания разрешения посадки аэропорта Вильнюс, если он собирался именно садиться в Вильнюсе? Как сейчас докладывал уважаемый директор департамента Артем Юрьевич, снижение
не было. И показано на слайде, на этом скриншоте с экранов локаторов, он идет без снижения. Ведь тем самым, если не войти плавно в глиссаду, вы все совершали полеты на гражданских самолетах, если тем самым плавно не входит самолет в глиссаду, тем самым ставится под угрозу здоровья членов экипажа и, прежде всего, пассажиров, которые находятся на борту, а именно возможность получения баротравмы, резкое снижение, резкий перепад давления, и барабанные перепонки могут лопнуть. Вопрос номер один я задал, почему не начал снижение? Он же собирался садиться в Вильнюсе. Теперь вопрос второй. Почему командир воздушного судна Boeing 737 за 2-2,5 минуты полета до пересечения госграницы с Литвой, а вы это видите на скриншоте по положению самолета, и последующего входа через 2 минуты в воздушное пространство Литвы принял решение на разворот от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь и посадку в аэропорту Минск-2. Когда белорусским диспетчером Минск-2, а вы всем был представлен радиообмен раньше, диспетчером Минск-2 с командиром Boeing 737, ему были выданы только рекомендации, а не приказ. Если вы знаете, что такое приказ, приказ вы могли слушать по радиообмену в небе Украины, когда нашему Боингу авиакомпании Белавия в 2016 году было приказано возвратиться угрозой применения боевой авиации. В данном случае здесь была только рекомендация. Мы вам рекомендуем, там так было в эфире. А командир воздушного судна принял решение за 2 минуты до госграницы литовского воздушного пространства развернуться, пойти на аэропорт Минск-2. И крайнее. Если бы мне заранее, еще раз говорю, заранее, задолго до входа в воздушное пространство Республики Беларусь Boeing 737 авиакомпании Ryanair была поставлена задача на перехват и принуждение этого воздушного судна, как об этом не перестают говорить в западных средствах массовой информации, я бы действовал совершенно по другому алгоритму. Совершенно по другому алгоритму. И это прекрасно знают мои коллеги по профессии на сопредельной территории. Так же, как я знаю их алгоритм действий в случае перехвата самолета-нарушителя. Нарушителя. Так вот, проведенные нами расчеты по существующим пространственно-временным нормативам, которые, опять же повторяю, знают не только мы, но и знают на сопредельной территории в странах НАТО, показали, что в данной ситуации рубеж перехвата, это та линия, до которой должен быть перехвачен воздушное судно нарушитель, проходит именно через населенный пункт Лида, где командир воздушного судна выполнил разворот. И теперь сложите все эти случайности, а именно высоту не снижает для захода на посадку в аэропорту Вильнюс, границу не пересекает, а ему никто не мешает пересечь границу. Никто не мешал. И заранее кем-то просчитанный до минуты рубеж перехвата в этой точке, где командир воздушного судна начал разворот от госграницы. То есть командир воздушного судна ожидал, что в точке разворота должен быть уже быть истребитель. Но истребителя была совершенно другая задача поставлена. Я уже не раз озвучил. Выйти в зону дежурства над населенным пунктом Мачулище, ощутить контроль за линией заданного пути, которую выдал ему диспетчер аэропорта Минск-2, обеспечить его при необходимости радиосвязью с наземными пунктами управления, если у него был отказ на борту радиосвязи. И самое главное, прикрыть от акта воздушного терроризма город-герой Минск. Вот эта задача стояла у истребителя МиГ-29. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Готов ответить на все поставленные вопросы. Я так понимаю, по самолету, Дмитрий Юрьевич, у вас там есть в этой части... Добрый день. Ну, в этой части у меня, наверное, небольшое дополнение будет. Следственным комитетом по факту сообщения об опасности, а именно минировании данного борта, следующего по маршруту Афины-Вильнюс, возбуждено уголовное дело. Органами предварительного следствия производятся все необходимые следственные действия, допросы, готовим запрос об оказании правовой помощи. Что хотел отметить, что в последнее время у нас участились случаи так называемого электронного терроризма. То есть с 2019 года
Возбуждено уже порядка 295 уголовных дел по таким фактам. В этом году только 130 уголовных дел возбуждено. Из них 14 по сообщениям о минировании объектов аэропорта Минск-2 и 11 о минировании самолетов. Эти все дела на сегодняшний день находятся в производстве. В данной ситуации, что хотел подчеркнуть, мы очень, наверное, больше всех заинтересованы в том, чтобы установить истину по делу. Установить истину – это найти человека, найти лиц, которые отправили это сообщение, которые были заинтересованы в том, чтобы произошло то, произошло на сегодняшний день на самом деле. Сообщение было отправлено через сервис анонимной почты ProtonMail, локализация которого определяется в Швейцарской конфедерации. Поэтому были бы очень признательны за надлежащее, хорошее международное сотрудничество по данному вопросу. К сожалению, такое сотрудничество оставляет желать лучшего. Ну, в качестве примера могу привести такой факт. В январе 2020 года Следственным комитетом направлялась просьба об оказании правовой помощи в Швейцарскую конфедерацию в связи с сообщением о минировании осенью 2019 года множества объектов инфраструктуры Республики Беларусь посредством того же сервиса ProtonMail. До настоящего времени никакого ответа мы не получили, то есть практически уже полтора года. Надеемся, что в этой ситуации будет выглядеть все по-другому. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Андрей Викторович, перейдем к вашей тематике, если... Пожалуйста. Да, добрый день. Поводом для участия в пресс-конференции явилась возможность информировать вас о вызывающих действиях неизвестных лиц, которые под видом корреспондентов нестандартным способом с территории Литвы пытались получить информацию у пограничного наряда Республики Беларусь, который выполнял боевую задачу по охране государственной границы. Так, 10 июня около 5:30 утра двое неизвестных с микрофоном и видеокамерой вышли с транспортного средства, принадлежащего пограничникам Литвы, и, сопровождая пограничный наряд вдоль государственной границы, задавали различные вопросы. В этой ситуации нам непонятны действия ни пограничников, ни так называемых корреспондентов. Мы открыты для общения, готовы представлять и осуществлять обмен информацией только цивилизованными, традиционными способами. Кроме того, видя озабоченность литовской стороны относительно активизации противоправной деятельности на границе, в том числе возросшего потока нелегальной миграции, поясняю. Органы пограничной службы выполняют все договоренности и установленные соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств. Я попрошу показать таблицу. В частности, вам представлены сведения о результатах совместной деятельности, в том числе по пресечению нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Сведения взяты из материалов официального обмена информацией между пограничными ведомствами. Из таблицы видно, что три государства Евросоюза в совокупности задерживают такое же количество нарушителей границы, сколько органы пограничной службы. Кроме того, вы можете видеть немалое количество пресеченных белорусскими пограничниками каналов незаконной транзитной миграции в страны Евросоюза. В соответствии с договоренностями на границе с Латвией и Литвой были совместно определены направления противоправной деятельности, где с учетом имеющихся возможностей каждой из сторон, имеется в виду инженерное оборудование, техническое оснащение государственной границы, каждая из сторон сосредотачивала на своих направлениях. Органы пограничной службы на одних направлениях, пограничники Латвии и Литвы на других направлениях. Наряду с этим органами пограничной службы за последние 5 лет на границе с Латвией и с Литвой установлено более 150 километров сигнализационных комплексов и систем. В настоящее время в связи с мировой тенденцией и обстоятельствами, связанными с Республикой Беларусь, а также полагаясь на практику различных государств, приоритетом в деятельности органов пограничной службы стало пресечение попыток противоправной деятельности, направленной в Республику Беларусь. Вместе с тем, Республика Беларусь открыта для граждан любого государства, которые прибывают к нам.
При этом мы не разделяем иностранцев, прибывших в нашу страну, на мигрантов или не мигрантов, и не препятствуем передвижению по нашей стране. Сосредотачивая основные усилия в деятельности по пресечению противоправной деятельности в Республику Беларусь, остаются уязвимыми направления, как правило, на участках общей границы, не оборудованных в инженерном отношении, что, несомненно, влечет увеличение количества нарушений границы на этих направлениях из Республики Беларусь. Хочу отметить, что существуют конкретные факты нарушения договоренностей со стороны наших литовских коллег и непрофессиональная оценка действий сотрудников органов пограничной службы, которые вытекают в очередные фейки. Так, 3 июня этого года, не выполнив законные требования пограничного наряда, неизвестные на транспортном средстве выдвинулись в сторону государственной границы. Покинули машину и нарушили государственную границу. 5 неизвестных, о чем было своевременно информированы пограничники Литвы. Пожалуйста, видео первое покажите. Вот вы сейчас на видео увидите конкретное место нарушения государственной границы и уже ведение процессуальных действий литовскими пограничниками с одним из 5 неизвестных, которые нарушили государственную границу. Попрошу обратить внимание на вспаханный участок местности, который является контролирующим средством и который является основным признаком, на котором оставлены следы нарушителей границы, признаком, который явно указывает на нарушение границы из Республики Беларусь в Литву. Вместе с тем, согласно имеющейся договоренности, информация о задержании нарушителей, а также другие сведения по данному факту белорусской стороне до сих пор не переданы. Еще раз напоминаю, что основным признаком, подтверждающим нарушение границы, это следы, оставленные при пересечении государственной границы как на территории Республики Беларусь, так и на территории Литвы. Я попрошу сразу показать второе видео. Это продолжение факта нарушения границы, где литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей границы на своей территории и приводит контролирующее средство в рабочее состояние. В соответствии со всеми договоренностями должна была произойти передача следов, хотя отчетливо видно, следы были как на нашей стороне, так и на территории Литвы. Наряду с этим хотел бы пояснить видео, которое появилось в средствах массовой информации именно литовскими СМИ, литовскими пограничниками, которые якобы утверждают о недобросовестной охране государственной границы пограничниками Белоруссии. Якобы пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Я понимаю, вы прекрасно видели это видео, непродолжительное. На нем прекрасно видно, какая природа вокруг съемок. Отчетливо видно прекрасная контрольно-следовая полоса со стороны Литвы, но вместе с тем неизвестно ни дата, ни время происходящего, а наш пограничный наряд вел плановую работу по обслуживанию пограничных знаков на границе двух государств. В завершение еще раз хочу акцентировать ваше внимание, что органы пограничной службы выполняют все обязательства по международным договорам и принятым соглашениям с сопредельными государствами. И, я вам скажу, охраняют границу профессионально. Ну и как пример, несмотря на эпидемиологические, политические и другие факторы, начиная с 2011 года осуществляется пропуск граждан Украины из приграничных районов, из приграничных населенных пунктов на территорию Республики Беларусь вне пунктов пропуска установленных, в частности, на территорию заказника Альманские болота,
для сезонного временного сбора клюквы и черники, тем самым способствуя улучшению их материального положения. Не исключение будет и этот год. Граждане Украины будут пропущены на территорию Республики Беларусь. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, я так понимаю, по обстоятельствам, которые мы обозначали в сообщении. В настоящее время в Польше на высшем политическом уровне, а также в СМИ активно обсуждается тема якобы высылки в Польшу 3 граждан Беларуси, которые здесь привлекаются к уголовной ответственности по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса. При этом с польской стороны противоречивые заявления звучат. Ну, во-первых, указано на якобы принудительный характер выдворения этих лиц против их воли. И одновременно звучат заявления, что польский МИД активно участвовал в реализации этого процесса. Действительно, в отношении троих обвиняемых по уголовному делу, а именно Тишковской Марии, Бернацкой Ирины и Панишевой Анны, отменена органом уголовного преследования мера пресечения, отобраны обязательства явки, и в настоящее время они выехали за пределы Республики Беларусь. Все это происходило по инициативе польской стороны. Сразу обозначу, что при взаимодействии по данному вопросу официальная Варшава заявляла о заинтересованности в соблюдении максимальной конфиденциальности. Данные пожелания были нами учтены и в полной мере соблюдались. Ну, однако последующий дальнейший вынос польской стороной данной ситуации в публичное пространство и обсуждение темы на уровне первых лиц Польши, причем с одновременным тиражированием фактов, которые не соответствуют действительности, вынуждает нас изложить реальную картину того, как что все это происходило. Как ранее сообщала пресс-секретарь главы государства, некоторое время назад руководство Казахстана по личной просьбе польского лидера Дуды обратилось к президенту Беларуси с ходатайством о предоставлении возможности выезда в Польшу группы лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений в сфере разжигания национальной и религиозной вражды и розни. Позже агентство разведки Республики Польша обратилось в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь с просьбой о посещении обвиняемых польским представителям. В результате была организована моя встреча с консулом в Беларуси Анджеем Рачковским, после которой ему было предоставлено свидание с фигурантами уголовного дела, отдельные из которых, наряду с белорусским гражданством, имели и польское гражданство. При этом Тишковская, Бернацкая и Панишева добровольно и определенно выразили заинтересованность в выезде в Республику Польша. Попрошу видео показать. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Андрей Рачковский. Очень приятно. Я рад быть представителем президента. Пан генерал, спасибо большое, что вы нашли. Приезжайте. Пан генерал, большое спасибо, что вы нашли время и встретились со мной. Мое начальство, я буду коротко, уполномочил меня, можно так будет удобнее, уполномочил меня, чтобы обратиться вам, к вам с просьбой. Можно ли встретиться с задержанными людьми из Союза поляков? Это 5 человек. 5 человек, да. Ну, здесь, в этом плане, я думаю, что мы на встречу пойдем и организуем, тем более, ну, обсуждался этот вопрос, и я в этом плане иду на встречу, и мы это все организуем, чтобы вы пообщались, побеседовали, этот вопрос мы решим. Хорошо, это единственный вопрос. Если это единственный вопрос, тогда здесь есть еще организационные нюансы, то есть да. Когда вы хотите это мероприятие провести, когда у вас получается. Ну, я бы не затягивал это сильно, нам на то, чтобы организовать. Это, Анатолий Иванович, день хватит, шутите. То есть завтра мы можем это организовать? Думаю, да. Я заставлю заключенный. Ale pod warunkiem i wyjechać na jakiś czas, na czym Państwo i bliższych. Tak.
И я застал уповажненный до складания этой справы и узыскания вещи, какие из Пани, какие из Пани децизии, какие из Пани становились Пани, и Пани Чепилько застановил отповедь, чтобы выезжать, а не выехать на якийсь час. Так, там, где есть бабки, приятные штуковиски. Если Пани застановил отповедь, как бы Пани поступила, какая из Пани децизии, какая из Пани. Я вижу, что здесь трудно, вижу, что Пани увидит первый раз, но прошу нам уверить, что стараемся еще, как там партии, помочь и знать, что есть из этой ситуации, что это не было. Это способ заменить. Мы там готовы. Попросу теперь, теперь тон твоишь. Окей. Функционируем, где такие окольчности, которые функционируют, но функционируем. Я, Пани Мария, встану, мы приходим до Мерика. Niech Pani się zastanowi, przemyśli to wszystko, bo gdyby była pańska, Pani taka przemyślana decyzja. Pytanie jest tego typu, no to różne warianty w różnych okolicznościach funkcjonujemy, ale jakby trzeba było wyjść i wyjechać na jakiś czas, to jakby Pani się na to zapotrywała. Ja po prostu no, chcę, żeby Pani to była decyzja, no takie, tak będzie najlepiej. Na razie chcę usłyszeć Pani Simonowską, a potem to tak powiem. No. Bardzo dobrze. Сейчас, Татьяна, мы перейдем. Давайте я закончу, хорошо? Потом вопрос. Спасибо. Я вам первый дам, Татьяна, вопрос. В результате дальнейшей работы следствия и специальных служб обоих государств была изменена мера пресечения, а также оказано содействие в прибытии в один из пунктов пропуска на государственные границы, где их встретили польские представители, обеспечив пропуск на сопредельную территорию. Ни о каком принуждении и тем более насилии в отношении данных лиц речи быть не может. Попрошу еще одно видео показать. Подытоживая, изменение меры пресечения и выезд указанных лиц в Польшу является исключительно жестом доброй воли белорусской стороны, продиктованным гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором указанного решения является официальная Варшава, при этом польский МИД не имеет к этому абсолютно никакого отношения, вопрос решался по линии специальных служб. Все фигуранты выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. Вместе с тем, они на настоящее время остаются обвиняемым по уголовному делу, которое имеет определенную судебную перспективу. В завершение хочу отметить, что демонстративный и осознанный отказ польской стороны от соблюдения принципа конфиденциальности ставит под обоснованное сомнение ранее заявленную Варшавой заинтересованность выезда в Польшу оставшихся двух фигурантов данного уголовного дела. Ну, наверное, их судьба уже мало кого там интересует. Очевидно, причина происходящего кроется во внутренних политических раскладах сопредельного государства и стремлении отдельных лиц заработать легкие политические очки.
даже в ущерб интересам лиц, о правах которых они так якобы пекутся. По этому поводу у меня все. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Роман Дмитриевич, если... Ну, знаете, я думаю, я буду отвечать уже непосредственно на вопросы своих коллег и представителей дипкорпуса, поэтому... Никаких вопросов. Если все согласны, то можем начинать ответы на вопросы. Просьба представляться. Начнем с одного вопроса за раз. Обозначайте, пожалуйста, кому вопрос. Если кого-то я в маске не узнаю, прошу меня простить. Вот, да. Татьяна Коровенкова, Белопан. Да, Татьяна Коровенкова, Белопан. Роман, у меня вопрос к вам. Сегодня утром в телеграм-каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью на ОНТ у вас на руках были следы кровоподтеков. А что это были за следы? Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор шутки, я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь. Я вот буквально 2 часа назад узнал, наверное, о такой возможности. И вот, касательно вот этой шутки, я, наверное, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное, что-либо, вот, что вообще может быть. Это момент первый. Момент второй, который я бы хотел тоже сказать касательно здоровья, это тот факт, что даже я, находясь в СИЗО, в принципе, слышал очень много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если, опять же, кто-либо в этом сомневается, я буду готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и медицинское освидетельствование. И третий момент, который я хотел сказать, но это, наверное, будет больше обращение к моим коллегам, которые в том числе вот, много писали там о каком-то моем состоянии здоровья и так далее. Друзья, видите ли, как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи. По одной простой причине. Потому что настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации, во-вторых, что не менее важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вот там вашего сына избивают. Хотя это абсолютно не так, и опять же говорю, что вы все меня сейчас видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. И поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения. Вот. И более того, опять же, я просто понимаю, в какой ситуации находятся мои родители сейчас, и все эти мои слова не продиктованы больше заботой о них, потому что со мной все в порядке. А вот они оказываются заложниками ситуации. Я прекрасно вижу, что сейчас их попросту используют. Они ездят с какими-то там акциями протеста и так далее. Они за их спинами стоят конкретные политические деятели. То есть это были, в общем-то, общедоступные кадры. И сейчас они, насколько я понимаю, просто не знают, что делать на самом деле. И, во-первых, я более чем уверен, что мои родители могут безопасно вернуться домой. И, во-вторых, опять же, я хочу напрямую обратиться к своим родителям. Мам, пап, не переживайте, у меня, правда, все отлично. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Давайте, пожалуйста, сзади. Деловое издание Office Life, Василий Малашенко. Скажите, пожалуйста, вот что за олигарх все же, о котором вы говорили в интервью? Можно назвать фамилию, компанию? И каково вам оказаться по другую сторону, вот, как спикеру, а не как журналисту? Ну, скажу, наверное, сначала про спикера. Пока немножко непривычно, как вы видите, я даже слегка волнуюсь, но я думаю, мы с этим справимся. Касательно вопроса об олигархии и вот обо всей этой ситуации. Знаете, все, что я помнил, я уже сказал. Мне добавить нечего. И я более того, вот просто не понимаю,
тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются почему-то и конкретные фамилии и так далее, хотя, опять же, я и сейчас не могу вспомнить ни фамилию, ни точное название компании. В принципе, я уже все озвучивал в интервью у господина Маркова, более мне добавить нечего. Коллеги, еще давайте Deutsche Welle. Вашим романом. Общались ли с вами представители ЛНР? И вопрос Дмитрию Юрьевичу, есть ли какие-то официальные контакты между вами и ЛНР? И как вы вообще оцениваете угрозы того, что роман может быть выдан ЛНР, хотя это противоречит нашей Конституции, мы не выдаем своих граждан, и вообще как бы ЛНР не признано нами государством? Спасибо. Я, наверное, скажу первый, буду максимально краток. Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета. Для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи, для всего этого основанием являются международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, которым присоединена Республика Беларусь, и на основании внутреннего законодательства. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало. У вас был, да, давайте, Дмитрий. Белорусских протестов, да, которые были, да, сейчас они внутренние протесты, можно сказать, сдулись, они переместились на внешний контур. Да, мы недавно, вот буквально несколько дней, наблюдали такой сериал, как блокировки организовывал господин Латушко, блокировку движения на поле, да, там транспорта, фур и так дальше. Как у него получалось, не получалось, это отдельный вопрос. Мне просто интересно ваше мнение, вот, о какой, скажем так, о такой форме протеста, да, насколько она эффективна, насколько она бежит, вообще имеет ли она смысл? Ну, во-первых, конечно, говорить, исходя из того, что я видел, опять же, там, по государственному телевидению и так далее, опять же, я не видел там каких-то вообще значительных сил, значительного количества людей. Вот. Но вообще, если уже говорить даже о Пал Палыче Латушко, то я должен сказать, что, в принципе, даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал, например, о том, что, опять же, вот квартира за 3000 евро. Я вам скажу больше. Один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский Сейм информацию о вот жизни Пал Палыча, и о том, что вот он действительно живет в квартире. Но это, знаете, это еще, наверное, не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко, а самая большая проблема связана с тем, что, опять же, исходя из той информации, которой я обладаю, я все-таки общался со многими людьми, Пал Палыч поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва, соответственно, ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. И если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то, соответственно, у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И он, так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие о том, что до сентября месяца он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось тоже 9 мая. Что из этого получилось? Ничего. Сейчас, как я понимаю, все точно те же акции, которые проходят на границе, они точно так же связаны с господином Латушко. Но, естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Поэтому, ну, дела у господина Латушко действительно плохие, это еще, то есть, опять же, я пропустил вот уже тут 3 недели, но даже исходя из той информации, которую я знал, ситуация складывается вот как-то так. Еще вопросы, коллеги, там, РБК, я так понимаю. Александр Татовцев, РБК. Роман, скажите, пожалуйста, вам обещали свободу взамен на сотрудничество? Под сотрудничеством я имею в виду как интервью ОНТ, как ваше участие здесь сейчас, заявление. А было что-то такое?
Во-первых, я могу сказать честно, что никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, оно является исключительно добровольным. Точно так же, как и интервью господину Маркову. Меня никто не принуждает. И точно так же, опять же, меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это исключительно мой выбор и исключительно мое решение. Опять же, то есть, если кому-то будет интересно, я позже могу объяснить, в том числе, что с этим связано. Скажите, а зачем? Тут я, наверное, должен немного пояснить ситуацию. Дело в том, что эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, не выступление. Выступление – это исключительно мое собственное желание. Я в любой момент мог отказаться. Связано с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И более того, я, наверное, могу сказать немного в продолжение. Я знаю, что в интернете пишут, мне, в общем-то, давали почитать и сводки телеграм-каналов и так далее. И я знаю, что многие меня уже называют чуть ли не предателем. Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я абсолютно точно не жалею о том, что... Точнее, скажу чуть иначе. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно с следствием, я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше. То, что касается, опять же, вот там предатель, не предатель, я могу, наверное, сказать следующим образом. Я просто хочу... рассказать для этого, наверное, небольшую предысторию, думаю, что вам тоже, в принципе, будет интересно. Она вообще связана с тем, как я пришел в журналистику. Я, наверное, вот открою сразу такую маленькую тайну. Ну, наверное, у каждого из нас есть какие-то страхи. И мой самый большой страх связан с тем, что, как бы это, не знаю, сейчас не звучало, я очень боюсь умереть, осознав, что я не успел в этой жизни сделать ничего для людей. Именно для людей, не для себя, не для какой-то там, не знаю, политической силы, там, оппозиции или государства. Нет, для людей. И это именно та причина, по которой еще в 2012 году я пришел в журналистику. Все эти годы я работал в различных изданиях, я написал сотни материалов, а то и тысячи я. Поездил по многим странам мира и так далее. И позже, даже на тот момент, когда я пришел во всем известный проект «Нехта», я действительно занимался журналистикой. Я даже, знаете, ну вот с какой-то профессиональной точки зрения, со стороны своего профессионального эго, я рад к тому, что я, в общем-то, приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. И все эти месяцы я работал, и я исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, и они остаются, я знаю, что отличными людьми. И люди, с которыми, в общем-то, мы планировали первые акции протеста уже позже. Я действительно искренне верил и всегда искренне верил в то, что я делаю, потому что я делал это исключительно из собственных убеждений. Я никогда не получал больших денег, я никогда не преследовал какие-либо политические интересы, какой бы то ни было стороны. А позже, опять же, то есть, как я уже, в принципе, можно сказать, отчасти говорил, мой уход из проекта «Нехта» в том числе был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и я видел, что я боялся того, что проект «Нехта» пойдет по пути всем известной «Хартии 97». Он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища и так далее, тем более, когда тот же господин Зарембюк, в общем-то, появился в проекте, то начались отдельные политические нюансы, но это, в принципе, тема для отдельного разговора. И уходя из проекта, уезжая из Варшавы, я надеялся, что я приеду в Вильнюс, я буду работать при штабе Светланы Тихановской, и я встречу таких же идейных и свято верящих в некие идеалы людей. Знаете, я скажу честно, я первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей, таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Не по каким-либо там, материальным или причинам собственных амбиций.
Я действительно верил, и я видел, что вокруг меня было очень много людей. Но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться. И чем меньше стали протесты, чем меньше, чем больше, скажем так, вся эта ситуация стала успокаиваться, тем больше началось внутренних распрей, каких-то непонятных мне абсолютно политических игр, которых я всегда пытался избежать, и опять же, то есть собственных амбиций. И знаете, просто те вещи, в которые я верил, стали превращаться вот в какие-то собственные разборки, гораздо больше, чем все остальное. И то, что происходило, наверное, с конца осени и до сих пор, если честно, оставило меня в очень глубоком разочаровании, потому что я действительно свято верил в какие-то идеалы, я свято верил в то, что все возможно, и в принципе просто это мое разочарование. В общем-то, я имею в виду, вас ни в чем дополнительно не убедили, когда вас задержали в Минске. Я скажу больше о том, что я хотел вообще в принципе уйти. Роман, микрофон. Я скажу вам больше. В принципе, опять же, вы можете обратиться, наверное, к моим бывшим коллегам о том, что я вообще хотел уйти и из телеграм-каналов, и из политических движений и так далее. Я хотел просто быть фотографом Тихановской и на этом все. То есть просто снимать и на этом все. Потому что я хотел уйти из этой политики, из этих распри, из этих внутренних игр, потому что мне это всегда было абсолютно чуждо. Ну, что меня должно заставлять, расскажите. Я, понимаете, тут важно сделать одну ремарку. Я не изменил своих политических взглядов. Я точно так же, я могу честно и открыто сказать, в общем-то, перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента. Так и есть. Да, я его уважаю как человека, который, искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента. Я не говорю о том, что я абсолютно полностью перехожу на сторону государства. Я рассказываю причину того, почему в том числе я сотрудничаю со следствием. И никто меня дополнительно ни в чем не убеждал. На мне нет каких-то там, я не знаю, электрошокеров, или там, мне не колят сыворотку правды, ничего. Зачем мне это? Вы не верите в то, что я говорю искренне? Если не верите, так и скажите. Ну, судя по тишине в зале... Микроинтервью, подождите. Подождите, Татьяна, сейчас дадим вопрос. Мне сложно представить, Роман, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, также искренне сочувствуют очень многие люди в Беларуси, очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю, потому что, ну, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и переживите. Роман, есть что ответить? Это вопрос был, хорошо. Да знаете, в принципе, со мной все в порядке, конечно, СИЗО — это не квартира в Вильнюсе, но... Со мной все хорошо, и со мной все в порядке, и я скажу более того, я понимаю, почему я нахожусь под следствием, я понимаю, за какие преступления, в которых я признался, мне придется отвечать. Давайте, да. А на каких основаниях Софья Сапега была изначально задержана в Минском аэропорту и в чем официально она сейчас обвиняется? Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 342 статьей. Это участие в массовых беспорядках, но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130. Это разжигание социальной вражды и розни. Почему сразу же были приняты такие меры, могу вполне логично и последовательно объяснить. Естественно, Софья являлась администратором телеграм-каналов, на которых выкладывались данные силовиков, данные даже не силовиков, не только силовиков, но и
государственных служащих, простых людей, членов семей и так далее. Это «Черная книга Беларуси», это другие телеграм-каналы, где она являла, которые она администрировала. Естественно, оперативная работа по уголовным делам, которые по этим фактам были возбуждены еще осенью прошлого года, оперативная работа постоянно шла. Естественно, что в поле зрения Софья Сапега находилась. Находилась она в поле зрения как возможный администратор, она находилась как лицо, возможно, причастное к совершению этих преступлений. После того, как она оказалась здесь, она изначально сразу же дала показания о том, что она являлась администратором этих телеграм-каналов, то есть у нас появились конкретные основания для того, чтобы ее привлекать к ответственности по этому уголовному делу. Она сейчас привлечена в качестве... Она привлечена в качестве обвиняемой. Ей уже предъявлено обвинение по одной статье. По статье о организации групповых действий, грубо нарушающей общественный порядок, она является подозреваемой. Спасибо. Коллеги, еще вопросы. Сейчас вернемся, если ни у кого не будет. Хорошо, давайте, Deutsche Welle. Раз уж мы начали говорить об обвинениях, расскажите, пожалуйста, в чем конкретно обвиняют Романа, потому что его часто на телевидении называют террористом, но, как мы знаем, вроде как бы террористической статьи не было. В общем, хотелось бы подробнее о деле Романа, какие статьи и в чем конкретно его обвинение. Если конкретно по Роману. Роман обвиняется у нас по трем составам преступлений. Это, во-первых, организация действий, группа, нарушающая общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти. Это 342 статья Уголовного кодекса. Следующее – это организация массовых беспорядков, 293 статья Уголовного кодекса. И, кроме того, разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности – это 130 числа, статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еще вопросы? Давайте, вы не задавали. Телеканал ОМД, Андрей Александров, корреспондент. У меня вопрос Роману. Роман, скажите, все, что было показано по телеканалу ОМД с вашим участием, это правда? Ответьте как журналист. Вы имеете в виду интервью господину Маркову? Да, конечно. И абсолютно. Материалы, абсолютно. Я могу, наверное, приоткрыть звезду тайны. Более того, снимали более 4 часов. И мы успели обсудить с господином Марком очень многие вопросы, но я абсолютно точно могу сказать, что, опять же, во-первых, все, что я говорил искренне. И, во-вторых, о том, что да, я действительно подтверждаю каждое сказанное собой слово во время того интервью. Еще. Да. Давайте вы, да, Офислайф. Офислайф, вопрос руководителю Следственного комитета. Вот Роман в интервью не назвал фамилию спонсора Нехта, но он сказал, что эти переводы были через PayPal. Будете ли вы подавать запрос в PayPal о том, чтобы вам выдали информацию, кто делал переводы? В рамках расследования уголовного дела мы будем проверять все обстоятельства, в том числе финансирование телеграм-каналов. Естественно, будем работу это делать полно и всесторонне. Запросы мы направляем во многие государства. Другой вопрос, будут ли нам на эти запросы ответы. Еще вопрос. Кроме Белопан, есть у кого-то еще? Deutsche Welle, самая активная. Ну что? Мне обещали, что мы к делу поляков еще вернемся. Еще где? Что, Роман, что? Я хочу задать присутствующим одну интересную политическую загадку. Может, у меня еще вопрос к Роману последний. Давайте, Deutsche Welle. Роман, а вы видели Софью Сапегу? Еще раз? Сейчас, после задержания, виделись ли вы с Софьей Сапегой? Нет. А как я могу увидеться, если это процессуально не предусмотрено? Может быть, какие-то совместные допросы, перекрестные допросы? Нет, что нет. Вас к Следственному комитету? Да, к Следственному комитету. Дмитрий Юрьевич, ответьте. По поводу этих видеокадров, которые были показаны вот по делу поляков, вообще польский консул знал, что ваша встреча с ним записывалась? И знал ли он, что записывалась его встреча с задержанным? Я вопрос понял. Возможно, он догадывался, но знать он наверняка не знал этого. Ну, если вы намекаете на то, что это было с нарушением каких-то прав, нарушением какого-то законодательства, ну, могу вам сказать, что в отношении
всех лиц, которые по данному делу привлечены в качестве обвиняемых, имеется санкционированное прокурором, скажем так, разрешение на проведение оперативных разыскных мероприятий, в том числе негласных. Поэтому в данном случае мне не нужно было никого ни о чем уведомлять. Да, но это консул, это как бы прикосновенность вообще. Когда его, его никто не трогал. Но опубличивание этих приватных разговоров... А я уже вам, наверное, объяснил, почему мы публикуем это все и придаем гласности. Потому что, скажем так, это немножко не в поле уголовного процесса. Коллеги, тогда, если вопросов нет, мы будем завершать. Роман... Я вспомнил просто одну политическую загадку. Значит, это человек, это женщина, политик. Она живет в одной из европейских стран. Она призвала не платить налоги, не признавать нелегитимное правительство, призвала переходить армию на свою сторону, а также начала создавать не только альтернативное правительство, но и альтернативные посольства своей страны. Как вы думаете, кто это? Я так смотрю, нет вариантов. Неужели совсем нет вариантов? Или вы просто боитесь их озвучить? Возможно, это... Что же, раз вариантов нет, я скажу, может быть, вы знаете, это политик из Австрии Моника Ундер. В 2019 году она получила 14 лет заключения за попытку мятежа. Знакомые пункты не находите ли? Да, весьма. Роман, когда вас задержали, были сообщения от ваших коллег, что вы из Афин писали, что там заметили подозрительных лиц в аэропорте, которые за вами следили. Если, как вы говорите, вам так хотелось искупить вину перед государством и страной, почему вы прямо там не подошли к лицам, которых вы называли сотрудниками КГБ, и не покаялись? Во-первых, я никогда не говорил, что это были сотрудники КГБ. Я говорил о том, что это, возможно, могут быть сотрудники спецслужб, но вы точно так же должны понимать, что, во-первых, слежка за мной была как на территории Варшавы, где я жил, так и на территории Вильнюс. Это точно так же. Я, если честно, не думаю, что это были белорусские спецслужбы. Во-вторых, опять же, да, действительно, ко мне подошел некий мужчина, но кто сказал, что это были белорусские спецслужбы? Крайний вопрос, и будем завершать. Или еще один уточняющий вопрос Роману. В интервью Маркову вы говорили, что предоставляете уникальные сведения. Я понимаю, что тайна следствия и так далее, но вы можете хотя бы намекнуть, в каком направлении? Знаете, в самых разных. И может быть, я надеюсь, если у меня будет еще одна возможность пообщаться со всеми вами, и уже все-таки детально, сейчас все-таки тема пресс-конференции немного другая. Я надеюсь, если мне дадут еще одну возможность встретиться со всеми вами, то, в принципе, мы побеседуем уже более детально на какие-то такие темы. Все, коллеги, тогда завершаем. Спасибо. Спасибо огромное вам всем.